После вестей общефедеральных в эфире Вести Коми в студии Татьяна Обухова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. «Мир после людей». В Иркуте открылась выставка работ фотографа Юрия Будильникова. В Иркутинском выставочном зале в эти дни можно увидеть экспозицию работ «Мир после людей» тревел-фотографа, участника проектов National Geographic Россия Юрия Будильникова. Своими знаниями он делится с горожанами на мастер-классах. Из Воркуты Ольга Рыжова. Наш мир – вселенская галерея. Фотограф просто ловит красивые и неповторимые моменты. С этой мысли начал свой мастер-класс Юрий Будильников. За 5 лет творчества он покорил 5000-ную высоту Эльбруса, побывал в Абхазии, на Камчатке, объездил все Черноморское побережье и не только. Сегодня он точно знает, в какой момент нажать на кнопку, чтобы сделать удачный снимок. Нужно постоянно практиковаться, то есть камеру брать с собой. Выходишь ты в магазин, берешь камеру, потому что в этот момент может упасть там сосулька, ты это снимешь, пробежит собака или там в город забежит там писец, ну что-нибудь такое. То есть всегда есть место творчества, всегда должна быть с собой камера. Положительные эмоции и любовь к своему делу – неотъемлемые составляющие успешного творчества, уверен Юрий. Именно поэтому заброшенная техника, здания, дворы выглядят на его снимках отнюдь не грустно и излучают свет. А для новичков весьма полезными оказались технические советы автора. Как показать правильную глубину фотографии, какие пресеты использовать, в каких программах работать, как снимать панораму. Вроде бы все просто, но в то же время я бы до этого, например, не догадалась, как человек, который новичок в этом деле. Сам Юрий родом из Воркуты. Представлять свою выставку в родном городе для него честь. В Воркуту я буду возвращаться однозначно из года в год, потому что это моя родина, меня сюда тянет, я хочу здесь быть. И хочу здесь оставить тоже определенный отпечаток. То есть эти фотографии, которые я делаю здесь, они в других городах, в южных городах, они определенную цену имеют, потому что люди этого не видели. Здесь мне хочется отснять и оленеводов, да, немцев, то есть их культуру, то есть окунуться в это все, чтобы показать это другим городам юга России, а потом и другим странам. Пополнить экспозицию «Мир после людей» Юрий Будильников планирует в Припяти. А в перспективе собирается отправиться в фотопутешествие за пределы нашей страны. Ольга Рыжова, Александр Булух, Вести Коми, Воркута.